поскольку я как-то вообще поздно взрослела, и как-то у меня восприятие возраста в целом отставало лет на 10 от общепринятого. То есть у меня все так поздно происходило, что, в принципе, в 30 лет я себя чувствовала где-то на 20, а в 40 я вот себя почувствовала на 30, и тут у меня зародилась мысль, что надо бы. И как раз в этот момент я встретила, то есть, какого-то главного человека в своей жизни, и вышла с него замуж. И тут бы как раз, наверное, мне и родить, но как-то вот тоже не сложилось. По ряду каких-то причин, то есть этого не произошло. И поскольку это не произошло от него, то уже это не про... Ну, то есть технически это все возможно, но нет, уже я для себя закрыла эту тему. Если у тебя нет ребенка, это настолько социально порицаемое твое состояние, вот, что на тебя смотрят либо с осуждением, то есть ты можешь прикрыться только какой-то болезнью, невозможностью. Да, пожалуй, что все. Там любая подружка, у которой есть дети, она не применет тебе в какой-то момент. То есть как бы прекрасно она к тебе не относилась, но хоть раз тебе обязательно, ну когда или что-то там, ну вот бы было бы хорошо или еще что-то. При том, что в моем случае мои какие-то подруги, которые мне вспоминаются, вот, которые очень рано родили, получилось, что где-то там к 40 годам они оказались без мужей. Тем не менее, я как бы наоборот была замужем всю жизнь, практически ни одного дня я не была одна, но без детей. И я думаю, что если бы я как-то намекнула им, вот когда, вот хорошо бы тебе замуж, они бы дико обиделись. Ждя свою жизнь все-таки связывать только с успешностью и неуспешностью как матери. Да. Совершенно бессмысленно об этом жалеть. Ну как об этом жалеть? Ах, я не родила. Если ты ну, как бы способен переживать какие-то минуты счастья, ты их можешь пережить и без ребенка. Ну, то есть, и что клетки положить, это тоже, в общем, тенденция последних 10 лет, да? Ну, последних 7 лет. 7 лет? 7 лет. С ума сойти. С 2010 года мы стали в практике использовать криоконсервацию яйцеклеток. До этого были только все эти случаи в виде эксперимента. Это прямо операция. Операция прямо. Ну, это манипуляция, будем так говорить. Без наркоза сделано. У вас же одна там клеточка, да? Да. А это больно? Ну, это можно будем обезболивать. Кровь, занимайтесь, переодевайтесь. Ага. Да, вот рубашечка, бахилы, шапочка. Ну, все, переодевайтесь. Спасибо. Закладка на странице, то обманка, загадка. Но становится приманкой. Готовы? Надеваем бахилы и пойдем. Ну, все. Хорошо. Полежать нужно, немножко лед подержать. Сейчас принесут чай, даже если не хотите, все равно попейте. Очень хорошо. А вот, хорошо, сейчас принесут все. В туалет сходите, и потом я вас к себе заберу, хорошо? Угу. Средний возраст пациентки моей 40,8 лет, если брать вот годовую статистику. И половина из них имеет постоянного партнера, половина не имеет партнера.